Заместитель главврача Сочинской городской больницы Станислав Пятаков проинформировал министра здравоохранения Абхазии о состоянии здоровья пациента. На сегодняшний день, пока состояние его абсолютно стабилизировано, удалось восполнить и кровопотерю, вывести его из шока. И что самое главное, у него сейчас есть дистальный пульс, пока признаков того, что он потеряет конечность, нет, хотя опасность это остается. В настоящий момент пока, в общем-то, ногу удалось ему и одну, и другую спасти. Спасибо. Спасибо. Да. Второй пострадавший, он находится в общей палате, состояние его средней степени тяжести, он более стабильный, в общем-то, у него нет тяжелых повреждений скелетных, повреждена стопа и есть на вылет несколько ранений мягких тканей конечности тоже. Министр лично поднялся в палату к одному из пострадавших, Тимуру Салимгариеву, и отметил, что с абхазской стороны ему будет оказана вся необходимая помощь. С нашей стороны будет максимальное содействие. Эта ситуация находится на контроле у президента Республики Абхазия. Поправляйтесь. Со своей стороны Тимур Салимгариев отметил, что не держит зла на всю Абхазию. Все зависит от человеческого фактора. Большое спасибо президенту Абхазии, да, что взял вопрос на контроль. Больница очень хорошая, врачи очень хорошие, помощь оказывают, как бы все условия очень хорошие. Вот. К самой Абхазии, как республике, никаких претензий нет. Вот. Я все понимаю, что все зависит от человеческого фактора, что попался такой человек. Вот. То, что мой компаньон и мой лучший друг, он родом с Абхазии, вот, поэтому мы приехали туда к нему в гости. И были в Абхазии много раз, и как бы никогда таких инцидентов у нас не было. Вот, еще раз спасибо президенту за то, что обратил внимание. По информации российских врачей, состояние второго пострадавшего Александра Филаяна тяжелое, но стабильное, без отрицательной динамики. Эдуард Будба также посетил реанимацию, где завершилась операция Александра Филаяна. Буквально закончилась операция по пациенту, по второму, по тяжелому. Значит, сейчас с коллегами поговорили в условиях реанимации, обсудили и тактику, и всю ситуацию. Ну, я думаю, что все, что нужно было на данном этапе, все сделано. Состояние, конечно, тяжелое, но весь объем необходимого вмешательства был проведен. Эдуард Будба поблагодарил персонал Сочинской больницы за качественную медицинскую помощь. Сегодня по личному распоряжению президента Республики Абхазии Аслан Георгиевич Бжаня я приехал в Сочинскую 4-ю больницу для общения с пациентами, пострадавшими в результате огнестрельных ранений на территории Республики Абхазия. Пообщался с медперсоналом, с руководством клиники. Значит, Салимгириев, пациент сегодня находится в палате. Значит, состояние удовлетворительное. Все необходимое медицинское вмешательство было произведено первое в Республике Абхазия, второе здесь уже непосредственно в 4-й больнице города Сочи. По больному Филаян, который сегодня находится в условиях реанимационного отделения, значит, у него скелетная травма плюс травма сосудистого пучка в районе бедренной артерии. Значит, ему было сделано оперативное вмешательство. Сейчас, на данный момент, больной находится в реанимационном отделении. После того, как он будет стабилизирован, насколько мне сказал начмед 4-й больницы, значит, вертолет прилетит из 1-й краевой больницы города Краснодара и будет больной транспортирован силами санавиации в город Краснодар, в 1-ю краевую больницу. На данный момент состояние больного тяжелое, но стабильное.